Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Ретро-игры». Продолжаем мы с вами проходить Супер Марио Брос, Третий мир, и ставим лайк, погнали. Итак, третий мир. Окей. Здесь, смотрите, уже ночь. Я уже сдох. Отлично, просто шикарно. Конец игры. Game over. Окей. Помним, да, я пользуюсь сейф-стетом, потому что... Потому что. Потому что так надо. Потому что так задумано. Отлично. Жиза. Грибочек. Жизу и грибочек мы взяли. Так, можно в эти штуки сесть? Нет? В таких вот штуках, по-моему, были какие-то бонусы, да. Окей. Бонусера. Так. Так, погоди, по-моему, если не ошибаюсь, если мне память не изменяет, где-то здесь должен быть цветочек. Твою мать. Как-то... Как-то же можно было там... Погоди-ка. Вот это вот разбить можно было. Или не здесь. Или не здесь, цветочек. Погоди. Ой, я чуть не залез обратно в трубу. Нет. По-моему, где-то здесь цветочек должен быть. О! Отлично. Отлично, теперь у нас полный боезапас. Полный боезапас. Грибок, цветок и жизнь. Грибок, цветок и жизнь. Теперь просто как по шутанчику всех можно загасить. Отлично. Так что здесь... Опа, еще и звездочка. Еще и супер-пупер защита у нас. Ну погнали, смотри, черепашки ниндзя. На тебе. Как так-то? Бляха, вот эти вот пружиненные хрени я помню. Я их помню, потому что... Нет! Своими кунчаками меня тут... Окей. Так. Все заново. Все за ногу. Я помню эти... Ай-яй-яй! Я помню вот эти вот, как их называют, вот эти вот пружины, вот эти батуты, они как-то вот не срабатывали почему-то. Они всегда, я помню еще на Денде, когда играл, они как-то не срабатывали, ну, сразу, почему-то. О, отлично. Сейчас вот получилось быстро. Сейчас получилось быстро это сделать. Так, главное, в трубу не залезть. Отлично. Там, если я как-то правильно помню, надо на эту, на быстрый прыжок нажимать, знаете, да? В этом на Денде же есть быстрый прыжок, там не быстрый прыжок. Тихо. Чебурашка нельзя, нет. Блёха, нихера, они там просто как с автоматов. Нет. А как мне? Давай беги! Отлично. Стопэ. А она сейчас упадет ко мне? О. Блин, время тикает. Погоди, вот. Как-то... Судоку! Как вот? Вот как? Этот тайминг,
Он был, я помню, был тупой такой. Был очень тупой, даже когда проходил на Денде. Леха, я что, я не убил, что ли? Окей, ладно, опять заново. Опять заново, по новой. Ну, будем, короче, это, пытаться. Меня даже черепаха съела. Теперь съела черепаха. Я даже жизнь не успел взять, короче. Я даже не успел... Да пляха. Чебурашки нет. Черепахи нет. Уйди. Обратно же она не вернется. Пляха. Так, грибок. Хорошо. Здесь, по-моему, ничего. Здесь ничего. Так, а бонус вот здесь, во второй. Опасно, я сейчас запрыгнул так. Окей. Отлично, просто шикарно. Сразу же получилось. А, нет, я зашел. Зачем? Ладно. Отлично. Так, черепаху убиваем. Здесь звездочка, по-моему, да? Здесь у нас звездочка. Я ее в прошлый раз пропустил. Все, погнали. Бум. Тихо-тихо. Бум. Бляха. Давай-давай. О, тихо. О, тихо. Отлично. У-у-у. Получилось. Если долго... Я всегда говорю, если долго обучится, что-нибудь получится. Окей. Собираем вот это все. Убиваем здесь это. Так, 1000 очков, хорошо. Убиваем здесь. И где конец уже уровня? О! Это интересно уже. Где конец уровня, бляха? Вот вроде горочка. Значит, сейчас будет флажок. Ага. Так, и разгон на выстрел. И прыжок. 800 очков. Отлично. Отлично. Окей. Так, 3.2. Это только 3.2. Сейвстед. Сейвстед. Я даже боюсь представить, что будет на финальном уровне. Ну, на финальной... Ну, будем называть, короче... Мир — это миссия, да? А уровень — это уровень. Я вот боюсь представить, что ожидает на финальном уровне. Так, отлично. А здесь что? Хорошо. Хорошо. С этим, с драконом-то. Так, звездочки рисковать не буду, потому что она там уже кончалась, и я лучше так застрелю. Аккуратно, аккуратно. Разгоняется он долго, этот сантехник. Отлично. Отлично. Так, спуститься никак. Идем дальше. Тут же, по-моему, скрытые какие-то еще эти должны быть, да? Нет? Эти. Кирпичики. Так, погоди. Опа! 2000! Монстер, монстер! Окей. Монстер. Так, 3.3. А сколько их там? Там, по-моему, так, сохраняемся. Сколько там их? 3 таких или 5? 3.5 должно, по-моему, быть, да? Так, монетки, ладно. Собирать я все, совершенно все не буду, потому что... Я же не задрочер. Ай-яй-яй. А-а-а, нет! Я узнал, что я не допрыгнул. Вот знал. Ну, зачем я прыгать начал? Зачем? Я знал, что я не допрыгнул. Бляха. Такой... Ай, бля. Окей. Так. Хорошо. Так, а... Умри. Вот эти вот так вот их запускать опасно. Опасно их так запускать, потому что малейший какой-нибудь там... А, тихо. Да повыше.
Так. И... Ай! Все равно упал. Все равно упал. Вот. Опасно вот так вот запускать, короче, черепашьи вот эти вот хрени, короче, как их называют там, пацаря, потому что... О, 3-4, да, 4. Потому что малейшее какое-то препятствие и... я не сохранился же. Так, ладно, пускай отсюда начнем, если что. Так, грибок. Малейшее препятствие, и они вернутся, короче, резко назад. Вот, договорил наконец. Блях, я потратил. Я уже потратил. Так, уже приближаемся. Я уже потратил, короче, этот. Нет! О! Так. Короче, надо под ним. Он сейчас еще раз выстрелит. Давай блюй огнем. Хорошо. Может еще? А как-то... Под ним можно! Короче, как-то можно было под ним пробежать, вот. Я помню, как-то я вот раньше как-то вот пробегал, знаешь, под этим. Когда маленького вот этого роста, короче, без гриба, я как-то пробегал под... Блях, опять здесь же, по-моему, да? Под этим драконом, вот. Так, хорошо. Окей. Отлично. В этот раз получилось быстро. Но на первом уровне. Мы с вами на первом уровне. На первом уровне застряли. Так, прилично. Вот этот прошли со второго или с третьей попытки. Окей, save state. И. Ну, в принципе, как и в прошлый раз, где-то 11-12 минут, да, у нас получается, вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. Комментируем, с вами был Валерий. Всем пока.